В свои 55 она также молода и полна сил. Школа номер 9 отметила юбилей. Торжественный вечер, посвященный праздничной дате, состоялся 28 декабря. В спортивном зале школы собрались ветераны образовательного учреждения, педагоги и выпускники. Это замечательная дата. Мы к ней очень долго шли. И особенно наши ветераны, которые очень много вложили в нашу школу. Выпускников у нас очень много. Это замечательный праздник. Это в жизни любого человека, это замечательная дата, это удивительная дата. А для школы это просто взлет какой-то, небесный такой взлет, взлет птицы, ну, которая еще не остановится, а будет дальше и дальше лететь для того, чтобы выпускать как можно больше выпускников. Не просто здание, а целое поколение директоров, учителей и выпускников. А за 55 лет таких было немало. Все те, кто в этот день присутствовал в школе номер 9, связаны с этой школой. С юбилеем поздравил глава администрации Борис Беляев. Он также является выпускником 9-й школы. Я поздравляю нашу школу, желаю нашим ветеранам крепкого здоровья, выпускникам перспектив, ну а школьникам хорошей сдачи ЕГЭ и поступить в вузы. Спасибо большое. Родная школа, как много тех, кто выпустился из ее стен, кто продолжает ей посвящать свою жизнь. Именно для них состоялся концерт, где вспоминали историю жизни школы. Спасибо за терпение. Это, наверное, в первую очередь подарок для детей, которые учатся сейчас в школе, для нынешних учеников, для того, чтобы они видели, как простой мальчишка, девчонка может вырасти, выучиться, стать главой администрации, стать начальником управления, директором какого-то учреждения и просто хорошим человеком, который живет в городе Кумертау. Мне кажется, что это самое важное. Сегодня в школе работают 35 учителей. В этот день им и ученикам вручали дипломы и благодарственные письма. Поздравляли всех собравшихся своим выступлением не только учащиеся школы, а также выпускники. Так, например, команда КВН «Огурец» подарила зрителям хорошее настроение. Итак, юбилей родной школы. Ну а самые дотошные ученики приходят поздравить любимого учителя в 6 утра. Итак, смотрим. Ничего себе, пойду хоть халат одену. Все члены команды являются выпускниками 9-й школы. Школьная дружба вышла из-за ее пределы. Для капитана команды Антона Глазунова это двойное событие. Помимо юбилея школы, он в этот день отметил на сцене свой день рождения. У каждого человека школа вызывает самые теплые чувства. И не поздравить школу, это будет крайне неуважительно самому к себе. Поэтому мы всегда с радостью откликаемся на такие вещи, такие предложения. Девятая школа прожила много интересных и продуктивных лет. За 55 лет были и тяжелые времена, и светлые моменты. Однако учебное заведение не опускает занавес в свои 55, а скорее только начинает представление.